Мы идем в океанографический музей. Мы заходим сюда. Прикольно. Сейчас мы будем заходить туда. Да, потому что они книжки, они их не брали, а остальные их не брали. Вот эта рыба, которая тут была, она может страшно. Это тоже, если я говорю, что это.
пушу. Или морду. Или морской лев какой-то. Вот это можно. Столько всего. Это акула, но она не настоящая, она показывает людям, что мы делаем с животными, когда мы делаем. И мы вышли с метровой площадки. Монако. Монако считается вообще не Франция, это отдельное государство, в котором не президент, а князь. Тут еще город, тоже красиво. Будем смотреть, только Женя, по-быстрому. Опять пришли в музей, мы решили зайти. Ну, маленькие руки наверное. Тут есть одна черепашка, такая вниз, потому что тут переливаться с черепашками вместе. Так прикольно. В этом магазинчике есть купила какую-то закладку. У меня такая есть дома, но не с черепашкой. Вот в этом замке живет князь Монако. Тут стоят яхты, и они все с разных стран. Или в кафешку, и можно купить планшет, там можно выбрать из них. Мы уже приехали в новый город, и я вам дам подсказку, чтобы вы угадали, в какой мы город приехали. Это город Виталий, и это город искусства. Подумайте и напишите внизу в комментариях. Чао, всем пока, до новых видео!